Члены правительства почтили минутой молчания память жертв взрыва в Сурмалум. Личность 15 человек установлена, личность одного считается неустановленной. Министр по чрезвычайным ситуациям о том, что произошло в Сурмалум. Франция выражает свою солидарность с Арменией в дни национального траура, заявила МИД Франции. В рамках проекта службы национальной безопасности на некоторых участках армяно-азербайджанской границы будут созданы контрольно-пропускные пункты. Вашингтон готов продолжать усилия по урегулированию нагорно-карабахской проблемы, заявил Нед Прайс. Газовая сделка с Азербайджаном противоречит целям блока и правам человека, заявил исполнительный директор Human Rights Watch. Запорожскую АЭС могут перевести в холодный резерв, что приведет к прекращению ее работы, сообщает Минобороны России. Власти Эстонии приостановили въезд в страну граждан России с шенгенскими визами.